Повод соответствует месту. В гербовом зале Нижегородской ярмарки празднуют День Канавинского района. Глава района Михаил Шаров отмечает, в этом году у Канавина юбилей. Именно 420 лет назад, в 1599 году, был основан Бузов монастырь, откуда и началось заселение канавинских земель. Район Стрелки между Волгой и Окой всегда был значимым местом не только Нижнего Новгорода, но и страны. Именно здесь гремела крупнейшая ярмарка Российской империи. И сейчас Канавинский район, один из крупнейших промышленных центров города, может по праву считаться центром спортивной, общественной и культурной жизни. Чемпионат мира по футболу, международный фестиваль искусств «Стрелка» в исторических пакгаузах, ледовая арена «Зимняя сказка». Мероприятия, проходящие в районе буквально одно за другим, собирают тысячи участников и зрителей. Сталь закалилась. Мы настолько уже привыкли к тому, что район действительно стал такой центральной площадкой для города, для области. Ну и как вот мы видим по форуму России спортивной державы, еще и для федерации. Поэтому, безусловно, бессонных ночей добавилось, но от этого только мы получаем большое удовольствие от напряженной работы. Торжественное собрание начинается с отчета главы районной администрации. Год прошел с большим знаком плюс. Благоустройство парков, скверов, дворовых территорий, восстановление фонтанов, современные детские и спортивные площадки, два новых детских сада. Радостно, что все меняется к лучшему. Наконец-то нам поставили детскую площадку. И будет елка долгожданная. 10 лет ее не ставили, и вот наконец-то 27 числа ее откроют. Думаем, что следующий будет спортивная площадка и футбольное поле. Мы постоянно участвуем во всех мероприятиях района. Глава администрации Шаров Михаил Сергеевич постоянно к нам приезжает. Вот недавно был в честь 25-летия товарищества. Образование товарища самоуправления, спрашивает, какие насущные вопросы, но жилищные, во-первых, всех интересуют. Тут же звонит, тут же дает поручение и решает наши вопросы. Лучшим сотрудникам предприятий и учреждений Канавинского района, самым активным жителям вручают награды и благодарственные письма. Поздравить канавинцев приехали председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, депутат законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов, глава районных администраций города. От имени глав администрации города Нижнего Новгорода примите самые искренние и теплые поздравления. Праздничный вечер продолжается концертом. На сцене народные коллективы, школьные ансамбли, заслуженные исполнители. А район Нижегородской Стрелки держит и дальше курс на развитие. Ирина Стефанюк, Вячеслав Орлов. Время новостей.